Карасайском районном суде процесс по нашумевшему убийству эколога Нурлана Утиулиева. На скамье подсудимых его двоюродный брат Дмитрий Жабин. Сегодня судья заслушал показания матери убитого и самого подсудимого. В освещении процесса активно вмешивается судебный пристав Александр Цой с ссылкой на указание судьи Еркена Сиитова. Покиньте, у меня приказ, я выполняю. Это незаконный приказ. Это незаконный приказ. Это воспрепятствование деятельности СМИ. Выходите. Не надо заниматься. Вы вообще кем являетесь? Представьтесь сначала. Я судебный пристав. Удостоверение покажите ваше. Покиньте. Покажите ваше удостоверение сначала, чтобы я знал, с кем я разговариваю. Удостоверение. Нет, вы покажите удостоверение. Покиньте просто. Журналисты отказались выполнять распоряжение судьи и остались в зале. Впрочем, аудио, фото и видеосъемку все равно запретили. Не могу сказать, а вдруг они знают, что... Выключите камеру, я вас еще раз говорю. Подождите, подождите, еще. Я же уже не сужу не снимаю. Да я не снимаю. Здесь понятно, где здесь написано, что здесь сутулить. Покиньте. Обвиняемый в убийстве признал свою вину полностью. Убил на почве личной неприязни, в одиночку загрузил в автомобиль, отвез в ущелье и выбросил. Интересно другое. Вначале Дмитрий Жабин говорил, что застрелил Нурлана Утиулиева в состоянии аффекта. Но адвокат Айнагур Кашкинова напомнила подсудимому, что имело место умышленное убийство. Это обстоятельство дало основание родственникам говорить о предвзятости следствия. Вот их комментарии. Все знают, что следствию выгодно. Чем больше нагрузить, тем лучше для них. Сделано конкретно, подготовленное убийство, все прям конкретно за два дня. Сейчас Дима дал показания, что произошло спонтанно. Здесь совсем все по-другому. Не верит показаниям подсудимого и тетя убитого Тарбия Утиулиева. По ее версии, это было заказное убийство из-за активной деятельности племянника. Нурлан мешал строить элитные коттеджи в природоохранной зоне и на месте древних сакских курганов. Понимаете, может, его наняли, может, он действительно, может, убил, но не один. Его наняли. Ему заплатили большие деньги. Не может быть один человек убивать. Никак. Следующее судебное заседание по этому резонансному делу назначено на 14 августа.